Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и снова пятничный постапокалипсис Fallout 4. Итак, как мы помним, мы двигаемся в Конкорд, по-моему, называется город. Текс, там что там? Вроде живые. Есть. Крышка хоботок гнуса. Я тут так подумал и решил, что собирать вообще совсем все мы не будем, так как места по-любому не будет хватать. Так, центроцвет. Вот. Будем как-нибудь так более-менее выборочно. Так, а где наш пес? Непонятно, где он там шастает. Так, ну что, давайте начнем исследовать потихонечку здание. Таник с крышками, отлично. Так, и пустые бутылки. Не знаю. Оставить или забрать тоже. Пепельница. Очки сварщика, красная бандана. Коробка со шпильками. Вот это пригодится. О! Сейф. Вряд ли я смогу взломать. Так, средний уровень у нас пока еще не прокачан. Значит, сюда надо будет нам вернуться. Винты психа. Так. Ну что, здесь все, да, наверное. Так, а где же собака-то наша? Песик. Ты где? Неужели он в пещере остался? Это чё? Это ничего. Так, ну там его точно нету. Че, действительно в пещере остался, что ли? Давайте-ка просто зайдем. Вон он стоит. А чё ты тут стоишь-то? Эй. Come on.
Застрял тут. Во, другое дело. Ну что, давайте продолжим. Исследовать. Конкорд. Отлично. Значит, я правильно назвал. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь мы имеем. Так. Слышу выстрелы. Не, суваться пока не будем туда. Еще здесь не все осмотрели. Очень полезное здесь, может, найдем сейчас. Похоже, в это здание можно зайти. Так, пюре быстрого приготовления. О, аптечка, отлично. Red X. Готовый завтрак. Воду пить мы не будем. Еще тайничок с крышками. Отлично. Так, припасы. 10 миллиметров как раз для нашего пистолета. Так. Там какой-то домик на холме. Так, еще здесь свет что-то горит. Подсвечивает. Что делать? Давайте-ка залезем. Он, похоже, тут один на холме. Посмотрим. Ага, один. Не один. Давайте все равно здесь. О, дикий мутафрукт. Давайте соберем. Может пригодится, может. Для чего-нибудь. Так. Ну что-то. Мясо. Мяско пожарим. Заколочено. Ух ты. Рейдер. Патроны. Так, гладкоствольный пистолет. Давайте-ка возьмем. Сейчас разберемся. И рейдерская броня правой ноги. Кожаная одежда рейдера. Давайте посмотрим. Так. Предметы. Одежда. Давайте одежду сначала посмотрим. Голубые платья тут зачем-то. Понабирали тут. Давайте. Выбросим. Домашнюю одежду выбросим. Зеленое платье. Так, кожаная броня. Что у нас? Бродяга, да? Одет был. Майки выбросим. Красная бандана тоже. Так. Рыдерская броня правой ноги. Ну, в принципе, у нас помощнее, да? Тогда нафиг он нужен. Серый костюм тоже выкинем. Так, комбинезон убежище оставим на всякий случай. Тоже.
В принципе, значит, нам вон сколько хлама было. Так, мясо от таракана, боевой нож. Давайте возьмем. Ух ты, патроны для дробовика, хотя дробовика у нас нету, по-моему. Так, броня повысит вашу сопротивляемость некоторым типам урона, но к остальным типам урона вы останетесь также уязвимы. Понятно. Давайте оружие посмотрим. Так, у нас. Так, вот. У нас два пистолета. Боевой нож. Так, бутылка молотова, гладкоствольный пистолет 6 штук. Ого. Коллиматорный, это вот наш пистолет. Так, ну пистолеты мы, наверное, оставим. Может, продать можно будет. Либо разобрать. Ломик. Охранный пруд. Ну, ломик у нас помощнее будет, чем пруд. Ладно, пока оставим все. Пошли дальше. Так. Ну что, давайте спускаться вниз. Вроде как осмотрели все. Давайте-ка вот эти дома посмотрим. Заколочено все. Так, ну здесь-то у нас... В этом-то здесь были здания? А, ну тут заколочено все, да? Здесь у нас некуда пойти. Тут мы были. О! Изолента и скальпель. Да, тут мы были уже. Все взяли. Ладно, пойдемте посмотрим, что там за свет горит вот здесь. Мануфактура. Завалено, развалено тут все. Так, это Содружество, выход. Собака, двинься. Так, здесь пусто. Так, здесь все пусто.
Значит, выше. Идем выше. Так. Так нам не попасть туда. Значит, идем выше. Тут была драка, походу. Lock's really strong. Так, замок слишком сложный. Стеновая лампа. Нужна нам, не нужна она. Давайте возьмем гориллу учебники. Сумочку. Так, баф. Что у нас тут? Патроны. Бутылка коктейля Молотова, тяжелый гладкоствольный пистолет. Какая-то лабораторная емкость. Оставим. Если что, вдруг на крайняк, если не будет хватать места, выкинем. Такс. Как теперь выбраться? Вниз. Ой. Так, а на крыше у нас. На крыше у нас ничего нету. Зато открывается красивый вид. Что, выходим отсюда? Так, мы вышли, похоже, с другой стороны, да? Так, автомат Юберкулы. Все пусто, пусто. Человек. Не горит красным, наверное. Кто-то из своих.
баскетбольный мяч. Что ты, дружище, заскулил? Что-то везде все заколочено. Коробка со шпильками почему-то находится она в холодильнике. Опа! Дикий гуль. Беги, беги, беги. Прям как зомби-апокалипсис какой-то. О, какие вы быстрые-то. Так, один готов. Давайте-ка попробуем. Воу-воу. Так, а у меня этот коктейль молотов, что ли, не поставлен? Так. Он тоже труп нет? Да. Отлично. Половник, мяч. Давайте тот труп еще посмотрим. Хлопковая пряжа. Что застрял? Ну-ка давайте-ка посмотрим, что там за то место, где они там тусовались. Мусорщик. Смоляника какая-то. Гладкоствольный пистолет. Шипастая броня. Во. Да ты женщина еще. Портупея. Шпилька. А, ножницы. Ну ладно. Так, можно будет приготовить сейчас пищу. Ух ты, еще кто-то. Крышка, патроны. Кусочки игуаны, коллиматор на тяжелый. Так, серая вязаная шапка. Так. Такс, кожаная броня. Выбросить, выбросить. Шипастая броня. О, отлично. Надеваем. Костюм бродяги можно выкинуть. Тебе тоже нафиг она нужна. Шапочку еще сделаем. Вот, отлично. Прям. Так, мясные блюда. Жареный ротаракан. Прям три штуки можно сделать. Кусочки кротокрыса. Чё, по две штуки можно их. Окей. Так.
что там дальше? Что у нас затошка тут? Так, отбивные из собачатины. Стейк из брамина. Шашлык из игуаны. Дерево даже. Так, что из напитков? Из напитков ничего. Что за служебный? Тоже супы. Можно подкрепиться, наверное, я думаю. Тыкс. Давайте запеченный трудни съедим. Что нашел? Ну-ка. Крышка, патроны, стейк какой-то. Спортивный костюм, понятно. Крышка, патроны, кусочек белки. Так, коллиматорный какой-то. Изолента военного образца. Наш пока самый крутой пистолет. Ладно. Ух ты. Какая сокровищница-то прям. Что, пойдемте дальше? Я думаю, в это здание там... А, это понятно, это... Там были уже. Бар в Конкорде. Давайте зайдем. Да, в таком-то баре что-то неохота мне было бы отдыхать, если честно. Все развалено. Так, там сейф какой-то. Средний. Блин, столько средних. Надо будет по-любому сюда возвращаться и снова искать. Камера. Сигара, бутылка пива. Так, туда в подвал. Есть еще лестница наверх. 6 пачек сигарет. Давайте пока вниз спустимся. Пилька, изолента, скипидар. Дешевый чудо-клей. Масленка. Канистра. Подушка с соломой. Ну, давайте возьмем.
Я думаю, солома пригодится. Так, отвертка нафиг нужна. Что, давайте наверх. Так, тут две дверьки. No way I could pick this. Кто открыл дверь? Собака? Потом что-то, наверное, интересное. И нам туда не попасть, блин. Воу. Что это было сейчас? Макароны с сыром. Так, содружество. Так, а это к чему? Тесак, тесак. И череп в унитазе. Брюка нафты. Да, здесь походу какие-то нарики были. X-клетка. Что это? Повседневная рубашка. Пиво Гвинет Стаун. Прям за такое название я возьму ее. Солнечные очки. Давайте или для прикола просто оденем солнечные очки. Тыкс. Жалко, что эту дверь не открыть. Окей. Внутри группа поселенцев. Рейдеры уже подбираются к двери. Хватай вон тот лазерный мушкет, помоги нам, пожалуйста. Так, время на исходе. Лазерный... Короткий лазерный мушкет. Так, войти в музей. Так, ядерная батарея, это головной убор ополченца, спортивный костюм. Так, из лазерных мушкетов можно... Ах, не успел. Тут ты ничего не обследовал еще. Предохранители какие-то. Лампочки. Я думаю, если здесь есть крафт, то это все пригодится. И лампочки всякие, и...
провода и вот пустые масленки, мешок, вот удобрение может всякое пригодится. Что там? Ну или что, или пойдем в музей, потом дальше будем исследовать. Гладкоствольный пистолет тут, патроны, холщовый капюшон с трубками. Так, у нас слишком много вещей, понабирали. Так, что у нас тут? Сопротивление урону. Вот так. Тогда вязаную шапку мы выкидываем, и солнечные очки мы тоже выкидываем. Что мы можем еще здесь выкинуть? Так. У нас 7 штук гладкоствольных пистолетов. Все 7 штук. Что, пошли? Какие-то ядерные батареи тут всякие. Я думаю, тоже пригодятся. Пойдем. Ну что, собакин, держи ухо востро. Сейчас будет жарко. Нам парень в шляпе сказал, здесь рейдеры. Мы еще только начали. Мы говорим нет британской оккупации. Присоединяйся к нам или умрите. Опа. Симулятор, короткий двухствольный дробовик, остальное мы оставим. Какие-то манекены тут. Прям музей. Какой чай? Забирайте свой чай обратно, говорят. Никаких налогов без представительства. Так, терминал вижу там. Что, давайте-ка разберемся с этими. С рейдерами. Я тебе говорю, надо отсюда убираться. Прячется тут засал. Молодец, дружище. С тобой отличная команда, я смотрю. Так, мы получили новый уровень в питбое. Hey! Where do you?
Так, не трогай мою собаку. Уродец. Тут холодильник. Наливные яблоки в холодильнике. Кексы. Иди сюда. Что, похоже, всех мы околпачили. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Патроны, изолента. Молоток с шаровым бойком. Шпилька. Так. Это нам не нужно ничего. Керамическая маска какая-то. Автоматический гладкоствольный пистолет, противогаз, маска. Давайте-ка посмотрим. Так. Сопротивление урону. Давайте вот это возьмем, а это мы выкинем. Так, не на ту кнопку. Там из оружия у нас вот эти два пистолета можно выкинуть, тоже туда же коллиматорный. Так, двуствольный дробовик оставим, лазерный мушкет тоже оставим. Эти саки тоже оставим. Так, нам туда. Давайте пока туда не пойдем. Пока исследуем здесь панталоны. Зачем нам панталоны? Часть черепа надо. Так, здесь это патрончики. Голова робопони Лютик. Так, и у нас там это, кстати. Уровень один есть. Итак, что мы прокачаем? Прокачаем. Нам надо прокачать замки. Взлом. Можно сказать так. Так, где тут у нас взлом? Вот. У вас быстрые руки и ловкие пальцы, карманные кражи. А, это карманные кражи. Тыкс. Взломщик. Вот, благодаря ловкости пальцев вы можете взломать средние замки. Отлично. Борцы за свободу Америки.
Эта фреска призвана увековечить память об отважных мужчинах и женщинах, служивших в армии США, от Лексингтона и Конкорда до берегов Ивадзимы, от моря спокойствия до Анкоридского фронта. На протяжении столетий американцы сражались и умирали, чтобы защитить нашу свободу. Пусть их жертвы служат всем нам напоминанием о том, что свобода – это привилегия, которая даруется многим, но расплачиваться за которую суждено избранным героям. Так, крышка, патроны, штурмовой противогаз какой-то. Гладкоствольный пистолет. Ну, наш пистолет, он... Он круче всех. Пока что. Сейчас зайду, не переживай. Так, где-то мы видели терминал, да? Терминал. По-моему, внизу где-то. No more British occupation. Здесь изолента, скипидар, шкафчики пустые, а здесь что у нас? Понятно. Компьютерный терминал, либо дверь можно взломать. Давайте попробуем терминал. Так, подобрать пароль нужно. Ноль сходства. Ноль сходства. Одно сходство. Два сходства. Давайте. Через 10 секунд. Так, ладно, давайте так взломаем. Так, ядерный блок. Еще раз. Пробуем, если нет, то нет. Наобум. Нет.
попали. Так, ну что? Давайте к этим отправимся. К людям, которым помогли. Я не знаю, кто ты, но ты как нельзя вовремя. Я Персон Гарви, Минитмен Содружества. Минитмен? Я что, перемещаюсь обратно во времени? Быть готовым в минуту сорваться на помощь людям? Такая была идея. Я вступил в их ряды, потому что хотел изменить мир к лучшему, и я внес свой вклад. Ну а потом все пошло наперекосяк. Теперь, похоже, из всех минитменов только я один остался. Так. Кто эти люди? Просто поселенцы, которые хотят найти новый дом. Начать все сначала. Я иду с ними от Квинси. Мы думали, что сможем обосноваться в Лексингтоне, но пришлось оттуда уйти из-за гулей. Месяц назад нас было 20 человек. Вчера уже только 8. Сейчас нас осталось 5. Я, семья Лонов, Марси и Дзюнь. Вот это на диване матушка Мерфи и ее Стурджес. Так. Гули? Кто это? Надо же, а ты и впрямь не из этих краев, да? Гули — это люди, которых поразила радиация. Большинство из них, как мы с тобой. Видок у них жуткий, и живут они очень долго, но все равно они как нормальные люди. А вот те, о которых я говорил, они другие. У них от радиации сгнили мозги. Они одичали. Если ты им попадешься, они тебя разорвут на куски. В общем, мы решили, что в Конкорде будет безопасно. Оказалось, тут рейдеры. Но у нас есть еще одна идея. Да, с гулями мы уже встретились, кстати. Ну, расскажи нам. Ну, выкладывай. Старджес, расскажи ему. Значит, нет перевода. Что он там говорит? Так, ну ладно. А что в этой силовой броне такого особенного? Старджерс, расскажи ему. Чё-то как-то глюк непонятный. Ладно. Ну, пускай будет хорошая мысль. Миниган? Вот это я понимаю. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Давай, я уже помогу, ну. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. Про что они говорят, я вообще не в курсе. Вообще-то этот ядерный блок уже у меня. Ну отлично. Видимо, удача наконец-то повернулась к нам лицом. Теперь надо только вставить его в силовую броню, выдрать из винтокрыла миниган и песенка рейдеров спета. Удачи. Нифига они мне тут наговорили-то. Веселье с Робко. Вы нашли выпуск журнала «Робко веселье». Включает в себя голозапись с игрой «Атомное командование».
Так, ладно, взять. Так, голозапись, да? Может, сможем ее послушать? Разные. Она, что ли, нет? Ха-ха, мини-игрушка. Че, у меня патроны кончились? Ну, понятно. Патроны кончились опять. Ясно. Так, да. Выйти. Ну что, друзья, наверное, на этом закончим. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, я заканчиваю. Увидимся в следующую пятницу. Ну а вы продолжайте следить за прохождением The Evil Within 2. Всем пока!